Всем привет! Поставьте плюсики, если меня слышно. Сейчас окно 3D Max будет открыто. Даже не окно 3D Max, а окно Windows. Плюсики, плюсики. Кто-то может написать, как слышимость? Не могу начать, чтобы понимание должно быть у меня. Почему я не вижу чата? Так, меня вообще слышно? Блин. Это проблемы с чатом, не могу понять. Так. Офигенно. Чата я не вижу. Хорошо. Будем общаться без чата, не знаю, как это будет происходить. Я не вижу чата. Так, секунду, еще раз попробую. А, все понятно. Так, сейчас я исправлю, подождите. Так. Напишите что-нибудь еще. Бред какой-то. Короче, ребята, с чатом какая-то беда. Фак. Это обновление политик. Так. Создать комнату. Everyone. Чат. Так, я создал комнату, вы ее видите? Она должна быть видима для всех. Т.
Это бред, короче, с этим твичом последний раз. О! Аллилуйя, да, все. Я вошел в комнату. Первый раз, почему приходится создавать комнату, не знаю по какой причине. Да, то есть кто там видит комнату, этот чат, я не знаю, как это обзывается. Короче, заходите все в комнату и начнем движение. Вот сейчас я вижу, буду видеть ваши вопросы. Еще раз, проставьте плюсики, чтобы я понимал, что все нормально в этой комнате. Отлично. Так, все, поехали. Ну, сегодняшний стрим будет посвящен тканям. Тканям, это интересная тема по одной простой причине, что не все так однозначно и не все так просто, как кажется на первый взгляд. Начнем потихоньку, да, то есть в начале стрима все прочитали, я думаю, интересную такую эссе по поводу Верея, что в Верее есть магия, на самом деле магии никакой нет. Магия кажется тогда, когда ты что-то не знаешь, что-то не понимаешь и что-то не можешь объяснить. Когда все можно объяснить, магия пропадает с тканями, магия пропала у меня, когда я начал более глубоко копаться в этой теме. И давайте по существу начнем разбирать это все дело. Так, сейчас я еще раз на Twitch вернусь. Вот так. Итак. Существует в общей практике для решения тканевых задач два подхода. Это использование фолов для шелка и обычного фолов для создания такой мягкости, бархатистости ткани. Откуда вообще растут ноги у этих решений? Шелкового фолофа, то есть как это выглядит, ну, многие видели, у Изотова в паблике выкладывается, то есть шелковистое решение через фолов. То есть настраивается кривая в режиме Towards Away, и по сути это является решением, да, то есть самым простым лобовым решением, то есть и все. Что здесь нужно будет сделать? Задать цвет основной, скажем так, и цвет вторичный. Да, то есть какой-то оттенок там, свойственный этому же цвету. Сразу говорю, я не апологет этого решения, то есть в своей практике я пользовался этим решением, но оно не универсальное, оно немножко кривоватое и в принципе это, ну, чистой воды фейк. Почему именно такое решение и для чего это все сделано? Это связано с тем, что при таком решении появляются на ткани. Сейчас давайте я сразу назначен на импровизированный шейдербол. На ткани появляется эффект анизотропии, который свойственен, ну да, для 3D моделей на 3DD самое оно. Благодаря этому решению появляется фейковый эффект анизотропии. Сейчас
пару проходов пройдет. То есть, в принципе, для бытового уровня, для начального уровня, это вполне достаточно. То есть, выше крыши, да, то есть, но в чем косяк этого решения? Оно притянуто за уши. Во-первых, не факт, что анизотропия будет именно такая у шелковой ткани. То есть здесь просто как бы такой, и, скажем так, и чужим, и нашим за 2 копейки спляшем. Оно рабочее, оно в принципе эффектно выглядит, но, скажем так, оно никак не взаимодействует с окружающей средой. То есть блики здесь все надуманные, блики все здесь неестественные. И, соответственно, допустим, в темной комнате с одним включенным источником света эта ткань будет работать неуверенно. Да? То есть она будет работать, скажем так, лажово. Но потом к анизотропии вернемся. И я поясню, в чем проблема. Я начал ковырять эту тему с анизотропией, шелковой анизотропией уже давно. Искал различные варианты, делал решения через Фалов тот же самый, который вот показал здесь. Но все это меня не устраивало. Не так давно Андрей Козлов написал к своему рендер-движку F-Storm дополнительную приблуду, геопаттерн называется, и выложил несколько превьюшек, как работает этот геопаттерн. То есть он смоделировал следующую историю. Так, не то. Он применил мелкоструктурную геометрию, то есть и размножил ее по поверхности шторы. И что мы видим? Мы видим налицо яркий эффект анизотропности ткани. Откуда появляется эта анизотропность? Но она появляется как раз от специфического распределения бликов в микроструктуре самой ткани. Вот. Это самая честная анизотропия, но надо понимать, что мы такую вещь реализовать, везде и вся, да, то есть в интерьере, допустим, когда мы реализуем интерьер, в нем очень много тканей, и, соответственно, если мы там будем решать через геопаттерн, ну, это, по сути, 2D displacement, как говорит Андрей, я, то есть, не знаю точную кухню этого решения. Ну, даже решая через 2D displacement, это будет очень трудоемкий для вашего процессора или для вашей рендер-фермы просчет, ну, и геморрой тот еще. Поэтому нужно было искать мне лично какие-то другие решения. И начал ковыряться на таких околонаучных форумах и наткнулся на ряд небольших исследований, связанных именно с тканями. Откуда вообще берется анизотропия у ткани? Ну, в предыдущем стриме, кто был, кто не был, можете его посмотреть. Я рассказывал подробно, как работает анизотропия у металлов. У тканей то же самое. То есть вообще, в принципе, да, глосси, вот сейчас обсудим еще параметр глосси. Глосси как такового в природе не существует. Да. Параметр глосси – это заменитель, скажем так, микробампа, микроструктуры, которая влияет на бликовость, скажем так, любого материала. Вот сейчас я найду пример 221. То есть вот как выглядит любая, там плюс-минус, да, разная структура ткани при приближении. То есть шелк, мы видим, что нити шелка при крупном 3D-сканировании, это мелкие-мелкие между собой сплетенные волокна тутового там шелкопряда. То есть, и как раз это, по сути, представляет собой тот же самый аналог, что мы, допустим, брошируем металл, на металле появляются микроцарапины, и они создают специфическую, как бы, специфическое строение блика. У тканей работает все точно так же. То есть вот эти вот микроволокна внутри самой нити создают анизотропность.
И, соответственно, любой шелковый и любой тканный вообще материал, он будет иметь анизотропность. Вопрос только в том, как эту анизотропность грамотно настроить. И здесь просто на самом деле, если при как бы более укрупненном варианте смотреть, то логика будет построение анизотропности у любой ткани. Следующее, если у нас волокно идет вертикально, то анизотропию для ткани мы настраиваем перпендикулярно и наоборот. Вот, в принципе, логика такая. Как это реализуется на практике? На практике, на самом деле, это реализовать достаточно геморройно, если у нас нет каких-то хороших, подходящих для этого решений. То есть в анонсе стрима я говорил, что предложу некоторые решения для текстур сайта XY Textures, да, то есть что они из себя представляют. Ну, в сети там деньги собирали, помнится, на покупку какого-то там пака. Ну, в общем, это следующая вещь. Это набор черно-белой маски для opacity, RGB маски для манипуляции с диффузкой и еще прочих манипуляций, и карты дисплейсмента. Вот в таком решении, да, когда у нас есть какие-то подходящие исходники, мы уже можем начать баловаться с анизотропией, чтобы создать более реалистичную структуру работы ткани. Вот давайте сейчас именно шелковую анизотропию реализуем. По сути, эта техника подходит, то есть нет привязки на самом деле к рендер-движку, потому что все те вещи, которые я сейчас говорю, они универсальны. То есть они будут работать в любом рендер-движке, если набор инструментов, он в принципе стандартен, то есть здесь нет никаких специфических решений, свойственных только V-Ray. То есть, чтобы сейчас объективно настроить анизотропию, я сперва отключаю диффузный цвет, включаю рефлект. Ну и вопрос сиорки, также уже много раз я к нему обращался. С сиоркой все очень просто. Например, на моем сайте я публиковал статьи, такие, пока это все дело подвисло. И здесь мы можем найти Иор шелка. Где он у нас? Где он у нас? Вот, натуральный шелк. Иор у него 1,55. В целом, в принципе, у любых органических материалов диапазон будет начинаться от 1,5, да, то есть если так округлить, до там 1,55, максимум 1,6. Поэтому любые, по сути, ткани, они в своей структуре являются органикой. То есть хлопковая ткань, и синтетическая ткань, она же тоже имеет органическое происхождение, то есть имеется в виду, что в ее составе это углерод, да, то есть это основа всей органической химии. Вот, и поэтому мы выставляем округленно для шелка Иор 1,55, хотя на самом деле принципиальной разницы между 1,55 и 1,6 вы не увидите. Далее. Анизотропия. С анизотропией все интересней. Я, во-первых, предпочитаю использовать настраиваемую, то есть анизотропию, привязанную к маппингу. Да? То есть, когда у нас меняется маппинг, то есть поворачиваются текстурные координаты у объекта, то анизотропия будет следовать за ней. Почему это важно? Потому что мы сейчас будем настраивать анизотропию с привязкой к текстуре. Да? То есть, мы должны задать направление волокон, вернее, направление анизотропии
для нашей текстуры. То есть у синих волокон анизотропия будет поперек идти, у красных волокон анизотропия также будет идти поперек. То есть, ну, по 90 градусов как бы относительно направления. То есть синие у нас направлены горизонтально, значит, анизотропия у нее будет вертикальной. Как реализовывать это? То есть, опять же говорю, эта реализация возможна только при наличии вот такого исходника. Но чуть позже мы к этому вернемся. Можно будет, имея, допустим, какую-то левую текстуру, просто диффузной, да, составляющей ткани, скажем так, попробовать реализовать при помощи ее тоже какие-то анизотропные эффекты. Конечно, это будет не так эффектно, но, по крайней мере, мы будем относительно честны именно в настройке самого материала. Чтобы у нас начать работать с анизотропией, нам понадобится RGB Tint. Да где она? Вот. Стандартно 3D Max-овская нода, уверен на 100%. Эта нода есть и, я думаю, что и в Cinema 4D, и в других, в другом софте. Плюсом она, я думаю, что имеется и в Blender, там, бесплатном софте. Естественно, это опять же, я имею в виду, что никакой привязки к рендер-движку нет. Вот, теперь об анизотропии. Она появляется только тогда, когда у нас появляется глосси, то есть шероховатость. И, соответственно, ставим глосси на 0.9, чтобы уже видеть что-то. И повышаем анизотропию, там, скажем, до 0.9. То есть, вот таким образом у нас появился блик. По сфере он закругляется, но на самом деле это горизонтальная ориентация блика. И как настроить вращение анизотропии? То есть, вращение анизотропии можно настроить по цвету. Черный цвет, да, по нолям, когда все. Анизотропия горизонтальная. То есть, я подсоединяю анизотропию rotation. Она не меняется. Вертикальная анизотропия – это цвет 0.25, то есть, серый цвет. Анизотропия меняется, вот, стала анизотропия вертикальная. Таким образом, мы можем легко настроить все наши направления. Давайте смотреть на волокна. Open Preview. Если у нас волокно идет синее горизонтально, то к нему анизотропия вертикальная, серенькая. Сейчас все помечу, чтобы не запутаться. Синий, вертикальный. Красное у нас волокно идет вертикально, значит, к нему анизотропия горизонтальная. Красный, горизонтальная. А это связано просто с вращением, то есть там есть другие значения, то есть почему именно 0.25, ну это просто множитель, то есть это по сути замена вот этого множителя. То есть если мы сейчас отсоединим все и будем поворачивать, то есть анизотропия вращается на 180 градусов. То есть 25, множитель 0.25 в VRayColor это аналог множитель поворота на 90 градусов. Просто это как бы переведенный, грубо говоря, в цвет. Вот и все. То есть мы заменяем цветом поворот анизотропии. То есть она меняется по сути от 0 до 180 градусов и все. И соответственно есть промежуточные значения, то есть 0.25 к 0.25 вертикальным будет, по-моему, анизотропия 0.5, если я не ошибаюсь. Нет, 0.75, по-моему. Да, то есть это по сути просто шаг и все.
как бы замена именно поворота там на 45 на 90 градусов. То есть вот здесь у меня дополнительно выборка поворота на изотропия под 45 градусов. Это половинчатое значение от 0,75. И минус 45 обратно, это половинчатое значение от 0,25, то есть 125. То есть все достаточно просто, то есть опытным путем можно это подобрать. То есть вообще для моих как бы экспериментов мне вот понадобились только 4 вот этих решения. То есть горизонтальные ориентации, когда RGB мультиплайер 0 у V-Ray Color, вертикальная 0,25, ну и для баловства 0,45 мы к этим просто значениям вернемся. То есть, и теперь в RGB Tint синий мы настраиваем как вертикальный. Да, то есть берем просто и кликаем по цвету. А красный горизонтальная. У нас тут леваком остается зеленая карта, потому что у них на самом деле дурацкое решение. Они решили микроволоски на поверхности зеленого, вернее, на поверхности основной ткани сделать зелеными. Хотя на самом деле можно было дополнительную карту сделать и вот именно вот этот волосистость решать дополнительными там манипуляциями. То есть избавиться от этого. Потому что лично для меня вот это лишнее, я считаю, можно было этого избежать. Вот, поэтому зеленый здесь уже на ваше усмотрение можно просто, допустим, сделать под 45, чтобы эти волоски уводили анизотропию в какую-то другую сторону, то есть из-за чего появится определенное там разнообразие, скажем так, в повороте анизотропии. Вот, все, и теперь подцепляем эту ноду в слот Anisotropy Rotation. Все, и мы получили следующую вещь. То есть сейчас на шарике это особо не видно. То есть сейчас перекинем это все на наш материал, вернее, на наш шейдербол. Я так называю заготовочку. И запустим, фрагмент рендера. И ничего не увидим в силу того, что у меня не настроен талинг у текстуры. Сейчас давайте. Мы сейчас размышляем все-таки о микроструктурах, а не о макроструктурах, поэтому сейчас надо подобрать нам тайлинг. Это раз. И второй момент. Для таких вот решений, да, то есть мы сейчас решаем именно на микроуровне, да, то есть когда мы будем там, допустим, рендерить какие-то укрупненные кадры, будем рендерить клозапы, где это все будет читаться, или у нас будут очень большие разрешения, да, то есть не рядовые разрешения, там от 4, от 8 тысяч пикселей по большей стороне, то для таких вещей желательно вообще избавляться от фильтрации. Потому что иначе фильтрация сожрет все детали. Поэтому можно сразу нажать None, либо попробовать для начала снизить блюринг текстуры до 1/100. То есть это одно из как бы решений. Вот. И теперь по тайлингу. Ну, можно ограничиться пока этим тайлингом. Ну, и еще один важный момент. Blur Offset. Здесь, опять же, тоже решение спорное. Почему спорное? Ну, вот видим, да, появляется муар. Потому что разрешение текстуры, вернее, размер текстуры маленький. А повторяемость элементов начинается как бы достаточно часто быть. Да? То есть, вот видим даже на экране, я не знаю, насколько у вас хорошо это видно. На экране появляются стыки
Хотя, по сути, текстура бесшовная, она как бы достаточно рандомно сделана, но мы видим, начинаем, когда становится тайлинг достаточно мелкий, мы начинаем это видеть. И чтобы от этого избавиться, нам также нужно скручивать Blur Offset на минус 0.1, появляется определенная резкость. В большинстве случаев такого решения хватает, чтобы именно избавиться от муара в текстуре. Вот появились первые намеки на анизотропность. Ну и опять же, забегая вперед, сейчас я остановлю и запустим просто этот дистрибутивный рендер, чтобы фрагмент в хорошем качестве просчитался. И забегая вперед, в смысле сбился. Да, я проводил до этого эксперименты с микроструктурами и выяснял вопрос, как правильно вообще все-таки решать ситуацию с анизотропией. Пускать, у меня было раньше мнение, до того момента, как я начал готовиться к стриму, что в вопросе тканей и в вопросе дерева, поскольку там не совсем уже микроструктуры, а достаточно укрупненные структуры, что анизотропия должна идти все-таки по волокну. Но в ряде экспериментов понял, что нет, все-таки правила не нарушаются, анизотропия всегда идет против волокна. И этому доказательство было следующим. Сейчас рендеринг пройдет. Пока не эффектно это все выглядит. В силу того, что у нас еще не настроен ни бамп, ни другие вещи. Но при всем при этом, да, то есть уже здесь можно рассмотреть, как начинают прорабатываться именно тканевые микроструктуры. Это именно как бы у шелковистых тканей. У меня там еще накручен антиальясинг, надо его послабже сделать. Поэтому достаточно долго это рендерится, хотя, в принципе, в рядовых ситуациях все будет побыстрее. Ладно, остановлю, чтобы дать комментарий. Вот. Так, нет. Вот. Ткань, просчитанная при помощи 2D-дисплейсмента. На ней была сделана микроструктура тоже. И также, как и у Андрея Козлова с геопаттерном, появилась естественная анизотропия. То есть при этом на ткани никакой анизотропии нет. То есть на самом шейдере просто блик, небольшое глосси. И все остальное как бы было проработано за счет того, что именно 2D-дисплейсмент проработал микроструктуру тканей. И вот эти блики, да, появились совершенно естественным, как бы, образом. То есть мы ничего не накручивали. В решении же, сейчас давайте я настройки рендера чуть послабже сделаю. В решении же без дисплейсмента нам поможет только либо карта нормалей, либо карта бампа, чтобы получить более-менее адекватные результаты именно по бампу. Для карты нормалей, о, вернее, для карты бампа мы можем запользовать то, что у нас было предложено в исходнике. Это карту дисплейсмента. Ее лучше всего запустить к материалу, через V-Ray Color to Bump, процедурную ноду. Это связано с тем, что данная процедурная нода V-Ray-овская будет прорабатывать бамп намного лучше и детальнее за счет настройки дельты.
То есть, если мы перейдем на уровень микроструктур, то есть сила бампа будет в единицах очень мелких, то есть соотносимых там 0,1 мм, да, то есть 0,25 мм, то нужно проработать дельту, то есть дельту понизить, чтобы чувствительность была выше. Ну, давайте там 0,25. И подсоединяем все к бампу. Естественно, накручиваем бамп до соточки, чтобы у нас была стопроцентная работа бампа. Вот. И еще опять же в результате экспериментов, в результате подготовки выявил такую зависимость. И эта зависимость в принципе логичная. Чем меньше глосси, тем выше параметр анизотропии. В принципе, у них прямая зависимость. То есть в ряде экспериментов я пришел к выводу, что понижая глосси до 0,8, есть смысл делать параметр анизотропности также чуть поменьше. То есть, и когда мы совсем, допустим, глосси возводим там на 0,5, то и анизотропию следует приводить на 0,5, потому что когда мы вот этот параметр понижаем, мы говорим о чем? О том, что поверхность очень шероховата. А если поверхность очень шероховата, то и анизотропность не может быть, как, иметь направление, то есть она начинает размываться. А когда поверхность менее шероховата, то и анизотропность будет лучше читаться, то есть и сила анизотропности будет выше. То есть я как бы пришел, это мое имхо, я не могу это не подтвердить чем-то, да, теории не опровергнуть, поэтому здесь принимайте решение самостоятельно. Но мне кажется такая зависимость логичной, поэтому я для работы делаю следующее: просто в глоссе для рефлекта и в слот анизотропии бросаю инстансную ноду и множитель кручу общий, то есть на оба этих параметра. То есть, когда у нас анизотропия, вернее, глосси на нуле, то анизотропия при значении единицы также не проявляется. И как только мы понижаем параметр до 0,9, появляется и анизотропия, и глосси. Запись будет доступна, но запись будет коммерческая. То есть, ее можно будет посмотреть, арендовать за $1. На сайте Gumroad я позже опубликую ссылку с доступом на запись. Я в любом случае как бы монетизирую, да, свой канал в силу того, что, ну, я не просто так, как бы, скажем так, трачу на это время. То есть я хочу какой-то, во-первых, получать от этого бонус, во-вторых, задача этого всего дела как бы собрать как можно больше денежных средств, чтобы продвигать другой мой продукт. Это сайт Stock Hot Pies. В принципе, изначальная идея как бы ведения стримов и монетизации своих знаний заключается именно в этом. То есть основная моя профессия, я визуализатор интерьерный, и как бы у меня этот бизнес идет своим путем, приносит мне, скажем так, финансовый доход. А здесь я развиваюсь как бы в другом направлении ради своего, скажем так, интереса и для поддержания именно этого продукта как Hot Pies. Теперь, вот таким образом мы настроили анизотропию, настроили глосси, и посмотрим, что у нас получилось по итогу с нашим шейдером.
Вот о чем я и говорил, косяк именно вот этой структуры, то, что мы видим стыки. И, кстати, это может быть еще и косяк в том, что я маппинг не нас, ой, таллинг не настроил у всех текстур. Так, секунду, давайте остановим, пока болтал. Да, естественно, я не настроил здесь ничего. Так, здесь какой у нас? 10. Для удобства, кстати, настройки есть такая фишечка, как контроллеры. Float контроллер, Linear Float. Его можно подцепить инстансно для всех нод, которые используются. То есть U Tiling, V Tiling. И это же самое подцепляем. Так, сейчас. К другой текстуре U-Tiling. V-Tiling. И теперь удобно можно инстансно управлять обеими текстурами, хотя сами по себе текстуры не инстансные. То есть вот видим, как меняется множитель здесь. Удобная фишечка. Сегодняшний стрим, в принципе, он достаточно сырой в том контексте, что у меня планируется более глубокая разработка именно тканевых структур. То есть идею, да, мне подкинуло вот этот ресурс текстура XYZ, но их реализация достаточно сильно хромает. Сейчас объясню, в чем дело. То есть они сделали что? Они вроде бы там напридумывали кучу названий тканей, дали им обозначение, но на самом деле структура плетения этих тканей далека от, как бы, скажем так, корректных решений в реальности. Пока рендер идет, чтобы просто занять эфир, вот расскажу, о чем я говорю. В Википедии есть простая и понятная статья про ткацкие переплетения. И именно структура плетения у ткани будет определять силу рефлекта, силу анизотропии и так далее. То есть здесь всего на самом деле существует 3-4 основных вида плетения. Все остальное идет разновидность. Сатиновое и атласное переплетение – это одно и то же. И вот как раз на основе вот этих решений я хочу разработать свои карты и настроить именно через эти решения свои шейдеры. Потому что ткани достаточно разнообразны и интересны. И вот то решение на сайте XYZ весьма убого с точки зрения, как бы, реальности. И мне хотелось бы реализовать более достоверные решения. То есть тема, пока мной говорю, так прорабатывается и, соответственно, будет еще дополнительно новый стрим на эту тему с какими-то решениями. Ну вот, очевидно, что уже все более-менее похоже на правду и похоже на шелк. Но сейчас будет, скажем так, финт ушами. Сейчас дорендерится. Все это выглядит на текущий момент идеально только на черной диффузке. То есть мы видим красивые блики, красивое распределение, то есть анизотропности, то есть ткань гуляет, то есть в зависимости, ну, на самом деле, ту структуру, которую мы применили, это не шелковая структура, структура шелка немножко другая. Структура шелка
Вот она. Это атласное переплетение, так называемое. Здесь оно образуется следующим образом. Нити шелка основы, они черные, они идут вертикально, то есть и переплетаются очень редко с утковыми нитями, и за счет чего появляется больший блеск у ткани с шелковым, вернее, с атласным плетением. И, как правило, шелковые нити именно переплетают таким образом. Вот. Поэтому сейчас вот то, что мы сделали, это не совсем корректно, но, допустим, для такой ткани, которая для такой структуры, мы должны на самом деле просто повысить значение глосси, и мы получим более реалистичный результат. Но я сейчас хочу не об этом поговорить, а как бы сделать следующую ситуацию. То есть все красиво выглядит абсолютно на черной ткани, да, то есть у нас появилась как таковая анизотропия, свойственная именно тканям. Но если мы сделаем цвет у ткани белый, да, то есть вроде бы все отлично, белый шелк сейчас сделаем и все хорошо будет. Это не будет работать. То есть вот создаем белую диффузку с альбедо 0,8. И, скажем так, ну, где-нибудь вот на этом фрагменте пытаемся словить аналогичный блеск. И понимаем, что этого блеска не будет видно. То есть он просто-напросто съедается самой диффузкой, да, то есть белым светом. Он где-то читается, и в принципе для тканей, которые там, допустим, имеют более ворсистую структуру, ну, например, так, нет. Ну, например, хлопковые ткани, да, нить которых достаточно ворсистая, она просто будет блеск съедать и в принципе, это может как бы решение прокатить для хлопковых тканей, которые имеют ворс в своей основе. Но, допустим, шелк таким образом не реализовать. Да? То есть шелк, сейчас я покажу, шелк выглядит намного круче. У шелка переливы намного богаче, чем сейчас у нас получилось в шейдере. С чем это связано? Это связано в первую очередь с тем, что ткань как таковая, да, то есть когда я вот разрабатывал тему, я думал, о, все, сейчас клево на черном шейдере все настроил, включил только белую диффузку и понял, что обосрался. Вот. Но недолго думая, полистал, опять же, околонаучные изыскания на эту тему, и также полистал официальный help у Верея. И здесь есть хорошая и простая, и, в принципе, понятная схема, хотя нарисована на самом деле криво. То есть не все так очевидно, можно как бы словить с этого рисунка, нежели чем я сейчас постараюсь это объяснить. У волокон, у нитей, они по сути все равно образованы как бы тонкими микросплетениями, микроструктурами. И они, как правило, в своей как бы основе полупрозрачны или прозрачны. То есть здесь объясняется физика волоса, да, но волос и, скажем так, шелк, шелковая нить, либо синтетическая нить, они по сути родственные по своей структуре, они полупрозрачные, и физика работы волос применима к физике работы других волокон. Так вот, как это работает? Здесь на этой схеме, в принципе, все очевидно. Я сейчас постараюсь более дословно, то есть видим волос в разрезе. То есть он там круглый, может продолговатый, не суть важно. Луч света попадает на него. И мы имеем от этого луча первичный блик, primary specular. То есть он, грубо говоря, вот такой вот.
Да, то есть вот какой-то блик, и, ну и смотрим, что вот мы этот блик на нашей ткани видим. Вот это первичный блик. Но почему на белых тканях, да, вернее, шелк выглядит, у нас сейчас шелк не получился. Почему? Да в силу того, что у нас не задействован еще вторичный блик. А вторичный блик образуется от того факта, что луч света проходит через структуру волоса и, грубо говоря, стукается о внутреннюю стенку волоса и отражается от нее. И, соответственно, отражение блика возвращается обратно. И мы получаем по итогу вторичный блик. Он будет светлее, ой, вернее, но он будет другим. Нарисую его тут зелененьким. Он будет другим. А вторичный блик, как правило, становится такого же цвета, как цвет основной ткани. То есть, если у нас ткань зеленая, да, и волокна ткани зеленые, то вторичный блик должен быть зеленым. Если ткань черная, то вторичный блик становится черным, то есть он теряется. И почему? И если как бы ткань белая, то есть шелк белый, то вторичный цвет тоже будет белым. То есть дополняться, ткань должна будет дополняться вторичным бликом, и как раз мы будем получать все вот эти офигенские переливы. В стандартном решении шейдера это невозможно реализовать, и поэтому для получения вторичного блика нам понадобится блендовый материал. И мы все замиксуем через блендовый материал. Создаем V-Ray Blend. И создаем материал для вторичного блика. Вторичный блик – это отраженный цвет. Он должен принимать точно такой же цвет, что и исходник. Поэтому это будет металлизированный слой, если как бы рассматривать в контексте бленда. Соответственно, чтобы сейчас это было более зрелищно, сделаем пока цвет шелка красный. Чтобы продолжить работать с блендовым материалом, мы должны отказаться от BRDF микрофасет, потому что данный тип шейдинга уже подразумевает как бы блики, образованные несовершенствами поверхности, да, назовем так. И переключимся на стандартный блиновский шейдер. Если я не ошибаюсь, у меня именно так реализовано. Сейчас я просто освежу память. Да, блиновское решение. Окей. Так. И настраиваем фактически металл для того, чтобы получить вторичный блик. Отключаем диффузную составляющую. И, казалось бы, опа, очевидное решение, кинуть в рефлект красный цвет. Нет, это не так. Опять же, флешбэк. На стриме про металлы я объяснял, почему так неверно делать. И небольшой так. Не могу просто мимо пройти, да. Семен в очередной раз отжег. Товарищ такой есть в интернетах, Семен Потамышнев. Он, как это сказать, организатор, да, франшизы уже, можно сказать, 3D-клуба, школы, где он также учит ребят
как и я. Он начал позже, вернее, раньше, я начал позже этим делом заниматься. Но у нас как-то в свое время пересеклись интересы в контексте работы с HDR-картами. Сейчас такой офф-топчик. И он как-то заявил, что HDR-картами в V-Ray нельзя освещать, вернее, солнечными картами. То есть, ну, короче, понес ахинею. Я ему потом объяснил, почему он не прав. Он со мной не согласился. Я потом провел отдельный стрип по HDR-кам, где объяснял, как определить хорошую HDR от плохой, почему, так далее, так далее. Все, ну, то есть, все разжевал. То есть, Семен в этом плане поверхностно подошел. И вот здесь такая же история. Совсем недавно отжег он по поводу металлов. То есть он у себя на курсе предлагает просто накручивать ИОР у металлов там на 80%. Но это бред сивой копылы. Кому интересно, посмотрите мой стрим. Я подробно рассказываю, как правильно с точки зрения именно PBR, да, то есть Physically Basic Rendering, настраивать металлы. То, что предлагают в большинстве случаев и пишут о чем именно там, в пабликах тематических, накручивать ИОР у металлов там, на 80, на 50, на 20, это неверное решение. Почему? Смотрите стрим. И вот я не понимаю, чему человек в принципе учит, когда вот такую херню пишет. Семен, привет тебе еще раз. Так вот, теперь про настройку вторичного блика. Мы его будем настраивать через фолов. И это будет самое максимально верное решение. Закидываем фолов в рефлект. Отключаем у самого базового шейдера Fresnel Reflection, потому что у металлов Fresnel Reflection реализуется по-другому. И настраиваем его вот таким образом. То есть все металлы, по сути, можно реализовать. Френелевское отражение у металлов можно реализовать таким образом, то есть плюс-минус. То есть это будет максимально корректно. То есть здесь физика не будет нарушаться. Ну, сейчас я не буду вдаваться в объяснение, то есть иначе это превратится все в стрим про металлы. Вот, мы получили правильное решение именно по металличности у отражения. Следующий момент. Сейчас нам нужно сопоставить этих два блика. То есть у нас настройка уже для глосси у базового шейдера есть. И нам нужно как-то зацепить глосси дополнительно для этого вторичного материала. Для этого мы используем ноду Output. Подцепляем наш исходный глосси для первичного блика. Сейчас давайте переименуем. Аделин, выпусти кота погулять, пожалуйста. И подцепляем ноду Output. А в ноде Output уже подкручиваем, скажем так, на 0,9. На 0,8. Здесь опять же все на уровне на глазок. Сейчас я подгляжу опять свое решение. 0,8. Да. А подкручиваем значение на 0,8. Ну, то есть умышленно понижаем, чтобы это делается для того, чтобы наш вторичный блик был больше, чем первичный блик. Но при этом настройка этих обоих бликов шла одновременно. Все. То есть мы получили блик. Если отключить сейчас анизотропность. То есть, ну, очевидно, что этот блик больше, этот меньше. И давайте подцепляем это все дело вот сюда и сюда.
Вот, по сути, мы настроили по большому счету шейдер, металлик шейдер для машины. Ну, все работает одинаково, плюс-минус, да. Вот. И теперь возвращаемся к следующей опции. То есть transmission. То есть, по сути, transmission определяет прозрачность самого волоса. Здесь в нашем случае сила влияния именно отскока задается смешением этих двух материалов. То есть здесь сейчас 50 на 50. Как сказать, по опыту, опять же, да, по настройке я понял, что нет смысла смешивать в других, как бы, пропорциях этих два шейдера. Они, в принципе, в комплекте работают хорошо. Можно потом для каких-то рядовых ситуаций понизить влияние, как бы, вторичного блика за счет понижения микса, да? То есть вот так. Но в целом меня устроил вариант смеси 50 на 50. Теперь возвращаем все на место. Анизотропия ротейшн. Так, анизотропия. Так. И та же самая ситуация. Анизотропия ротейшн мы должны подцепить сюда и сюда. То есть, потому что эти два материала дублирующие. И не должны отличаться. Здесь опять же переключаемся, все режим блин и мапируемая анизотропия, то есть анизотропия, привязанная к маппингу. Бамп можно отключить и сделать следующим образом, то есть бамп подцепить через ноду, то есть чтобы просто не решать вопрос с каждым отдельным взятым шейдером. Мы это все дело подцепим через материал V-Ray Bump MTL. Возвращаем ему 100% и подцепляем множитель сюда. И все это дело назначаем на наш шейдер. Ой, вернее, на наш шейдербол. И запускаем на рендер. Ну и все очевидно, то есть появилась работа вторичного блика, то есть возвращенного цвета, который как бы принял цвет основного материала, да, то есть цвета материала. И такое решение универсальное, то есть оно будет работать независимо от диффузной составляющей любого материала. То есть какой бы мы теперь материал не назначили, то есть он по сути, ой, вернее, цвет не назначили, это по сути будет универсальное решение для любых цветов. То есть у нас вторичный становится там сине-зеленым, базовый материал становится просто зеленым. И идет подмес. И теперь уже, да, давайте сразу просто на белый цвет переключимся. О, 80. И вот уже теперь белый шелк будет очень даже шелковым. Я рендерить давайте не буду. То же самое решение, просто уже готовое покажу на примере ранее отрендеренного материала. То есть и это будет работать абсолютно при любых, как бы, цветах в диффузной составляющей.
Ну и опять же для понимания, да, то есть вот анизотропия шелковистая, которая получена именно то, что настроена на поперек волокон. И вот два решения. То есть здесь просто грубое приближенное видение анизотропии именно через 2D displacement. Здесь на самом шейдере никакой анизотропии нет. То есть здесь все естественный блик, полученный именно за счет микроструктуры, образованной при дисплейсменте. Здесь шейдер без 2D displacement. Здесь просто анизотропия, которая настроена поперек волокон, направление волокон. Это важно. То есть за этим моментом следите. Ну и для понимания разницы. То есть вот анизотропия поперек волокон, вот анизотропия настроена вдоль волокон. По сути, с точки зрения как бы эффектности материала, они оба смотрятся одинаково хорошо, да. Но опять же, с точки зрения правильности и физики, все-таки этот материал будет верным решением. Вот, в принципе, о шелковом шейдере все. То есть лично для меня на текущий момент, если опустить какие-то мелочи, да, связанные там больше с микроструктурами, вот для меня это рабочий шейдер. То есть и причем с одной точкой входа, да, то есть мне не надо ничего больше менять. То есть у меня есть цвет, да, то есть и причем я могу этот цвет, давайте что-нибудь найдем, цвет задать через какую-нибудь текстуру. Сейчас, секунду, в папочках роюсь. Ну, даже здесь вот этот возьмем. Подцепляем в одну точку входа и в диффузную составляющую. И запускаем на рендер, где у меня. И по сути это будет работать, то есть именно вот на такой контрастной текстуре видно, что блик теперь не съедается диффузной составляющей. То есть он как на темных поверхностях, так и на светлых будет прорабатываться совершенно одинаково. Хотя здесь не очень очевидно будет ляпистая текстура. Какие-то, может, вопросы есть у вас? Ну, вот примерно так. Да, сейчас не будем просто уходить в дебри рендеринга.
Теперь немножко еще раз о структурах. То есть я уже начал разрабатывать для себя структурные вот эти решения. И в базе своей вот у меня появилось первое решение для шелка. То есть я сделал, ну это просто сейчас именно обкаточная версия, да, то есть ничего сложного нет, то есть аналог точно такой же, как у XYZ текстуры сайта, то есть разбиение на RGB маску, потом дополнительно карта нормалей и дополнительно карта для бампа, для дисплейсмента, еще для каких-то решений. И именно структура, то есть сейчас на том примере, что мы разбирали, это не очень очевидно, а именно вот такая структура, именно структура плетения, свойственная шелку, дает именно уже более реалистичный по анизотропии блик. То есть вот в этом ключе, который я вам показывал ранее, то есть здесь как раз используется микроструктура, которую я вам показал. То есть она едва читается, и она будет, очевидно, хорошо прорабатываться именно на больших разрешениях. Но в целом, да, даже при использовании в интерьерной практике она работает хорошо. То есть задает именно ту реалистичность ткани, которая нам, по сути, и нужна. Ну и управляться этим шейдером, этим подходом достаточно просто. То есть у нас будет две ключевые составляющие для управления. Это глосси и это диффузная составляющая. То есть если мы видим, что у нас излишняя ткань бликует, да, ее надо сделать более матовой, то есть она по-прежнему должна оставаться шелковистой, но если ее сделать матовой, мы просто подкручиваем глосси. Там автоматически в этом шейдере получается убавление и анизотропия. То есть он становится более изотропным. Короче, когда чат мертвый, вообще непонятно, происходит что-то или не происходит. То есть вот сделали абсолютно, можно сказать, матовый, ну не абсолютно матовый, но изрядно матовый материал. То есть, и по сути мы вернулись к тому первоначальному решению, которое у нас появилось первым, да, то есть когда мы не использовали вторичный блик, то есть получилась просто матовая ткань. Ну, где-то в местах, я думаю, в переломах она будет немножко бликовать. То есть, по сути, все ткани, да, можно разделить на два вида. Атласные по типу плетения и сатиновые по типу плетения. И как раз как бы плетение атласное и сатиновое будет определять структуру шелковистости ткани. То есть, все здесь можно ставить на этом точку. Теперь второй вопрос по тканям. Это бархатные ткани. Они в своей структуре еще более сложные, и реализовывать их
достаточно геморройное занятие. То есть, по сути, фолов также применяется в общеупотребительной практике для реализации шейдера с бархатной структурой. То есть можно там Fresnel применять, можно применять перпендикуляр параллель режим, чтобы более очевидно получить вот именно бархатистость самого шейдера. Но откуда опять же растут ноги у этого эффекта? И это нам объяснит котик. Сейчас мы к нему вернемся. Где наш котик? Вот наш котик, который бархатистый котик лежит на шелковой ткани. Любой бархат это по сути микромех. Но на котике это лучше объяснить, потому что рисунок бархата не так очевидно выглядит. И вот как раз за счет структуры вот этой микроворсистости у самой бархатной ткани мы получаем вот эти белые блики, белые, ну, высветление, скажем так, поверхности при складках у самой ткани. И вот как раз котики и любые мелкошерстные, но с однородным мехом товарищи хорошо демонстрируют этот эффект. Но на уровне ткани это все как бы переходит в микроструктуру. Сейчас я вам покажу пример, опять же, из научного трактата по тканям на импортном языке. Так, микрофибра. Так, нет, 162 страница. Вот, все типы ткани были отсканированы, ну, не все типы, естественно, а как бы те, что принимали участие в эксперименте. И вот наш вельвет. То есть вельвет собой представляет. Вельвет собой представляет ткань, основу, в которую вплетены другие нити, которые, по сути, и образуют ворс. То есть, и за счет именно этой ворсистости появляется игра, как бы переливы и прочее, прочее, прочее. И как один из примеров, то есть я попробовал реализовать это на примере шейдербола. Да. То есть тот эффект, он работает. То есть если этот мех сильно-сильно еще уменьшить и отрендерить с высокими настройками антиалиасинга, чтобы вся структура хорошо проработалась, мы получим как раз-таки аналогичные решения, что показаны в этом примере. То есть как раз вот эта белесость, высветление на складках ткани, это как раз вот так работает микроструктура ворсистости у вельветовых тканей. И такая же микроворсистость, по сути, присуща не только вельветовым тканям, но и хлопчатобумажным тканям. То есть за счет того, что у них опять же присутствует мелкий ворс непосредственно на самой нити. Но у вельветовых тканей это будет более ярко выражено, у хлопчатобумажных тканей это будет менее ярко выражено.
Но, помимо всего прочего, прежде чем дальше разбирать вельвет, вельвет можно поделить еще на два вида. Можно определить как вельвет матовый, да, это велюр. Велюр, потом там замша. Когда глухой совершенно получается оттенок у вельвета, то есть он там локально синий, и на складках он там локально светло-синий. А также есть вельвет шелковистый, то есть как вот на примере этого шейдера. То есть здесь сложная работа ткани в силу того, что вельветовая ткань создается при помощи шелка. И шелковые нити, которые вплетены, они работают еще и на шелковистость. То есть это двойная структура, получается. То есть он одновременно и блестящий, одновременно как бы и матовый. Рассмотрим пока вариант просто откровенно матового, вельвета. Он, может быть реализован, непосредственно просто, как я уже и говорил, через фолов. И здесь мы можем поступать как? То есть мы задаем базовый цвет, основной цвет, и задаем какой-то вторичный. То есть это самые, по сути, распространенные решения. Но, опять же, да, это не совсем корректно, то не то что корректно, даже не совсем удобно. Я предпочитаю следующее решение для работы именно с вельветовыми структурами. То есть я оставляю фолов в черно-белом режиме. И начинаю работать непосредственно с диффузной составляющей. Ну, допустим, это будет VeryColor какого-то там. Оттенка. Мы его подцепляем к ноде 1. Ой, вернее, к слоту номер 1. И тут встает вопрос, а как корректно вообще определить вторичный вот этот цвет, который образуется при изменении именно вот микроворсистости. Я для себя нашел следующее решение. Это нода композит. В которую у меня запихивается базовый цвет. А во второй слой помещается абсолютно белый цвет. Но он смешивается с нашим базовым цветом в режиме валу. Что таким образом происходит? Таким образом, происходит, я это называю восстановлением цвета до своих максимальных значений. И здесь только один важный момент. Его нужно немножко десатурировать. То есть, если посмотреть на картинки, ну, котики у нас не цветные, но они, опять же, если, то есть, видно, что если мы полностью серый цвет восстановим, то это типа должен стать белый, да. Но здесь не белый цвет, здесь цвет немножко просто высветленный. И с цветными участками также следует поступать. Мы их просто десатурируем. И подцепляем во второй слот. Где-то минус 50 вполне себе такое удачное решение. И это будет опять же универсальным решением. То есть сейчас, что бы мы ни делали с базовым цветом, меняли его на черный, все равно у нас уже будет работать только один цвет.
Здесь только остается для меня открытым вопрос. Насколько сильно вот это, то есть это я не знаю, как пока измерить, то есть у меня нет единого мнения по этому поводу, то есть я сейчас говорю именно вообще о самом решении кривой по фолов, то есть здесь каких-то относительно данных где-то почерпнуть нет, то есть можно в принципе пользоваться просто френелевским затуханием, там по дефолту 1,6, и уменьшать этот эффект, понижая множитель там, допустим, до 1,35. Вернее, 25 получилось. Давайте сейчас посмотрим просто для сравнения. Этот эффект не заметен, потому что здесь он достаточно мягко реализован, то есть и уже только на крупных очевидных складках мы увидим появление именно той белесости, которая свойственна вельвету. Но все это выглядит на самом деле на текущий момент, да, сейчас мы будем шейдер усложнять, все это выглядит достаточно убого пока. То есть это по сути первый класс, первая четверть в плане шейдинга. То есть это может быть решением, да, и неплохим решением, то есть, опять же, универсальным решением, но давайте все-таки прорабатывать эту ситуацию глубже и смотреть, скажем так, в корень. У вельветовых шейдеров как бы они образованы, как я уже сказал, микроструктурами тоже, микроворсистостями. И у этих микроворсистостей есть свое направление. То есть, если у нас ворс, сейчас я опять же нарисую, у нас есть поверхность ткани. И у нас есть на этой поверхности ткани ворсинки. Но эти ворсинки у нас не торчат как гвозди. Эти ворсинки загибаются, эти ворсинки наклоняются. То есть направление этих волос весьма и весьма разнообразно. Они имеют, конечно, регулярную структуру в силу того, что они вплетены все-таки в основу ткани. Но проблема в том, что опять же, все имеет френелевское отражение, то есть они также и бликуют. И, соответственно, все вот эти игра ворсинок образована именно бликом на поверхности этих ворсинок. Как сымитировать этот блик? Здесь нам поможет карта нормалей, то есть, которая позволит дать некое разнообразие нашим ворсинкам. Карта нормалей была мной сделана очень. Карта нормалей специфическая, сразу говорю. Получена очень сложным способом. И смысл ее заключался в следующем. То есть бралась черно-белая текстура, просто шума, да, какого-то, то есть, ну, напоминающего разнообразие поворотов волос вельвета. И посредством инвертирования карты нормалей, то есть там, где черная, у нас карта нормалей была стандартная, то есть запекались, это у меня просто запеченный вернее, hair and fur, то есть видим, как разные повороты в разные стороны у волос, у карты нормалей этих волос дают разнообразные оттенки карт нормалей. А здесь видим розовые островки. Это инвертированная карта нормалей, то есть она как бы искажает действительность, да, то есть она как бы создает,
как бы дает информацию движку, да, впоследствии, когда мы ее используем, дает информацию движку, что у нас волосы повернуты совершенно в другую сторону. Забегая опять же вперед, когда я буду развивать, и стрим будет в дальнейшем, появится еще один стрим, когда я решу вопрос с бархатом через анизотропию тоже. Потому что сейчас это, опять же, промежуточное решение, которое работает, но оно меня еще не устраивает. Я хочу все-таки решить бархат более честно. То есть, опять же, реализовать через анизотропию. Но для этого мне надо проработать дополнительные как бы моменты с текстурами. Сейчас я просто не готов, потому что это достаточно много времени занимает от общей практики. Вот. Но карта нормальная, работает отлично, да, то есть здесь мы видим в этих, в обычных синих участках, еще раз повторюсь, обычную карту нормали, а в розовых участках инвертированную карту нормали, которая будет искажать действительность. Именно эту карту нормалей мы подцепляем в слот bump. А зачем я ее беру? Мне можно сразу Ray. Но, опять же, как бы имейте в виду, полностью должен быть отключен блюринг, чтобы вся эта микроструктура прочиталась. Множитель стоит у меня на 0,5, но если поставить на 2, чтобы здесь просто во viewport было все очевидно. Вот видим, как бархат, наш шейдер, получил неоднородную структуру за счет того, что мы начинаем искажать представление о поверхности шейдера. То есть мы создаем именно эти волоски. Но опять же, возвращаем все на дефолтное состояние, на 0,5, и смотрим, как у нас начинает отрабатывать шейдер с этой картой нормалей. Стоп. Опять тороплюсь. На соточку надо выставить бамп. Да, бамп стоит на небольших значениях. Ну и вот, мы получили именно ту ситуацию, которая свойственна бархатистым поверхностям. То есть не одна, поверхность ткани стала неоднородной за счет того, что эти ворсинки стали, скажем так, накалывать рендер-движок и подменять информацию о поверхности противоположным образом. То есть этот эффект можно усилить. Я его оставил на таком уровне. Но это мы сейчас реализовали простой, шелковистый бархат. Если же мы хотим реализовать шелковистый бархат, то тогда нам нужно в эту всю цепочку подцеплять то решение, которое является, которое мы в самом начале обсуждали.
Это шелковый фалов. И здесь мы его реализуем таким же образом. То есть базовый цвет у нас подцепляется уже сделанный фалов для матового бархата. А высветленный цвет добавляем в белый оттенок и переназначаем сюда. И теперь смотрим, как бархат будет выглядеть при таком исполнении. Вот мы получили такое грубое решение именно по шелковистому бархату. К нему очень еще пока много у меня вопросов, в силу того, что, опять же, это все основано пока на фейке. Данный бархат не будет взаимодействовать со средой, то есть потому что он реализован именно через фалов, а не через блики. По-честному, пока реализовать его не представляется возможным, поскольку надо готовить для этого научную базу и сами шейдеры, вернее, сами текстуры. Здесь уже будет вопрос касаться только более тонкой настройки каких-то вот нюансов. В принципе, данный вариант шейдинга у меня реализован на тех превью, да, которые анонсировали стрим. То есть вот данный шейдер реализован именно таким вот образом. Сейчас давайте его разберем более подробно. Да, только тут немножко другая цепочка. Но смысл от этого не поменялся. То есть здесь все то же самое реализовано в данном шейдере. То есть базовый цвет представляет собой текстуру. Далее текстура цепляется к ноде композит и через режим смешивания валу. И через серый цвет, скажем так, восстанавливается, да, до определенного оттенка. Далее идет десатурация этого базового цвета. И далее идет соединение с нодой Silk Fall-Off. Настроенная кривая, которая вот так, и режим Towards Away. Все, это первое решение. Сейчас давайте в отдельный вид выведем. То есть это типа шелк, да, то есть тот шелк фейковый, который я показывал решение в самом начале стрима. А другое решение идет по другой цепочке. Базовый цвет цепляется также в ноду композит. В режиме валу смешивается с белым цветом, но цвет настроен, его значение по альбедо 0,8.
Также подцепляется в ноду Color Correction и десатурируется. И все это миксуется в ноде Falloff в режиме Fresnel. Индекс рефракции 1.35. И здесь дополнительно настраивается, но это уже было сделано для того, чтобы получить контраст с оригинальной текстурой. То есть здесь просто output у фолов я немножко корректировал. Все. И база цепляется уже непосредственно в диффузную составляющую. Ну и помимо всего прочего, здесь идет базовый слот занят картой нормалей, то есть полученной из оригинальной текстуры, то есть ничего особенного в этой нет штуке. Кроме одного нюанса, да, то есть тот нюанс, о котором я говорил опять же в начале стрима, что, допустим, те вещи, которые я говорил, когда у нас есть подготовленная текстура, подготовленная основа, да, мы можем там создать определенную анизотропию. Но когда этой текстуры подготовленной нет, мы можем, скажем так, немножко пофейковать. И из карты нормалей, которая у нас представляет собой тоже своеобразную... Да что ж такое-то? Своеобразную тоже... RGB маску, да, то есть она реализована через три цвета, желтый, о, вернее, зеленый, синий и красный, да, и вот на крупном рисунке мы это видим, то есть вверху зеленый, слева красный, справа синий. И если мы закинем это все дело в RGB Tint ноду и побалуемся также с различным поворотом по тем или иным цветам, то есть по RGB. Ну вот здесь у меня, я уж сейчас не помню, какие оттенки подбирал. Мы получим определенную работу анизотропии тоже. То есть давайте сейчас просто посмотрим на отдельном материале работу анизотропии. Таким образом. То есть это определенная такая как бы фишка, да, которая поможет вам выкрутиться. И зачем вообще это делать? Вращение анизотропии поможет вам обогатить материал, то есть обогатить бамп, он будет смотреться более интересно, нежели чем если бы мы использовали просто глосси. Так, задаем глосси. То есть, вот смотрим, да, то есть получаем так же, как мы с регулярной структурой получали какое-то глосси. Здесь, конечно, оно далеко от правильности, но все-таки оно поможет, скажем так, обогатить ваш шейдер именно через это решение. То есть давайте посмотрим, как он просто будет выглядеть на объекте. То есть ничего еще на этом шейдере нет, но мы сделали именно, скажем так, фейковую анизотропию через карту нормалей. И видим, что структура поверхности материала уже проработалась. То есть она уже каким-то образом взаимодействует со средой.
То есть и уже на, даже на фейковом бархате, который у нас там реализован через фолов и закинут это все в диффузку, мы уже все равно подцепили кое-какое решение, ну, я дальше буду его развивать, естественно, кое-какое решение для анизотропии и работы с анизотропией у бархата. Здесь можно множитель поставить более глухой, где-то на 5. Ну и, соответственно, все это вместе, когда мы собираем всю эту историю. Мы получаем наш шейдер бархата. И последним компонентом, да, который добавляет реализма в этот шейдер, является нода, подцепленная в слот, вернее, в дополнительный шейдер V-Ray Bump MTL. Это как раз нода, которая задает разнонаправленную ворсистость, да, то есть еще раз, то есть нормальная карта нормалей, инвертированная карта нормалей. То есть ее можно различными вариантами получить самостоятельно, причем это решение будет работать, не обязательно заморачиваться на текущем, да, моменте на какой-то карте нормалей. На самом деле все можно реализовать гораздо прозаичней. То есть, опять же, давайте о реализации поговорим. Так, где же он? То есть можно обойтись. Это я просто сейчас заморачиваюсь, да, то есть хочу какую-то точку для себя поставить. Вы же можете на совершенно, скажем так, бытовом уровне реализовывать то же самое гораздо более простыми средствами. Берете любую маску, подходящую для дирта. Хотя бы вот эту дёрта. Создаем микс и разделяем эту маску на красную и зеленую. Синюю, зеленую. И таким образом мы уже получили карту нормалей для имитации, как бы для обмана поверхности. Сейчас нам это все надо просто подсоединить к слоту V-Ray Normal Map, чтобы она начала транслироваться. И подцепить к бампу. То есть вот видим, что мы сломали систему, да, то есть мы обманули поверхность шейдера. И все, что нам нужно сделать, это, кстати говоря, еще гамма-коррекцию применить. Ой, наоборот.
Вот. И здесь подбираем просто множитель. Он должен быть совсем скромным, потому что здесь идет максимальный цвет, который, по сути, искажает всю действительность. И мы таким же образом получаем тот же эффект ворсистости. То есть тут будет стоять вопрос в удачном подобранном текстуре. То есть она также начнет обманывать систему, и там, где должно быть белое, будет черное, там, где черное, будет белое, за счет чего будет появляться именно разнообразность покрытия, то есть именно эффект вот этой неравномерного поворота волоса. То есть здесь на самом деле огромное поле для экспериментов именно в контексте работы с нормалями. И можно найти очень хорошую качественную текстуру, которая там впоследствии будет вами универсально, везде и всюду использоваться. Вот поэтому, то, что реализовано у меня здесь, это не истина в последней инстанции. То есть вы можете самостоятельно, находить решения. Причем эти решения, могут быть намного сложнее. То есть, допустим, следующим образом можно поступить как. Базовый микс. Изменяем там положение offset, делаем поворот, и у этого также меняем положение там на 25, на 25 и поворот, скажем, на 90 градусов. И здесь задаем свои цветовые калибровки. То есть, и опять же, вот мы получаем еще больше разнообразия по цвету. И, соответственно, уже работа шейдера будет строиться совершенно другим образом. Но, опять же, для качественной проработки микроструктуры лучше вообще отключать сглаживание у исходника. То есть и здесь будет стоять вопрос уже именно как вы настроите кривые у фолофа. Поэтому это решение пока меня устраивает, то есть в ряде проектов последних я им пользовался. То есть, ну вот, далеко ходить не надо. Вот пример шейдинга, шейдера реализованного, то есть через фейковый, опять же, шелк. Здесь шейдер реализован через фейковый, опять же, фолов для бархата. То есть просто составляется материал, тут он смешан по маске. А как раз ворсистость и шелковистость получается фолофами и вот специфической картой нормалей, которая дает определенное разнообразие такому типу шейдеров. Ну, на таких вот контрастных вещах это плохо заметно, то есть на более локальных шейдерах это читаться начинает намного
лучше. А в целом это все, о чем я хотел сегодня вам рассказать. То есть достаточно, как бы, на мой взгляд, объемный материал получился. Есть над чем подумать. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если нет, то давайте прощаться до следующей субботы, на которую мы потратим на разбор шейдера дерева. Если нет вопросов, вы можете в комнату кто-то вообще написать? Комната называется чат. Она, по сути, доступна для всех. Если нет вопросов, то давайте до свиданькаться. Вопросов, похоже, нет. Ну все, тогда отлично. Я надеюсь, материал был вам полезен, стрим был интересен. Если что, не стесняйтесь, по вопросам можно мне стучаться в личку ВКонтакте и задавать любые каверзные вопросы по теме. PDF-ки, где можно посмотреть, а я их прикреплю к записи стрима. То есть, когда анонсирую выход записи стрима, PDF-ки в свободном доступе, просто их прикреплю дополнительной ссылкой. Вот и все. То есть, все дополнительные материалы, к которым я обращался, я вам их выложу в паблике. До новых встреч!